замену сделай! Оформите нашу бонусную карту. На нее будут начисляться бонусы, и в дальнейшем вы можете обменять ее на рубли. В смысле не нужна? Нет, ну зачем я тогда тебе все это рассказывала? Мужчина, огурцы надо было взвешивать. Женщина, у нас тут не банк. Разменяйте в другом месте. Документы можно, пожалуйста? А без документов я тебе ничего продать не смогу. Вот меня посадят в тюрьму только из-за того, что вы выпить хотели. Охрана! Товар по акции желаете? Ну и что, что там уже открыто? Поэтому и по акции. Я сама такое беру, и ничего, нормально. Девушка, корзину на ленту не ставим. Товар из корзины достаем. Пакет надо? У вас свой. Нищеброды. Сигареты? Вам какие? Ой, куряги. Девушка, 10 рублей найдете? А у меня нету сдачи. Валь, соточку по 50 разменяй. Грустная песня. Трил Пил, Моргенштерн, Егор Крид. Поехали. Это сука хочет денег. Пара блоков в постели, бэйби. Это сука хочет денег. Ну, приятная очень. Приятная такая музыка? Очень приятная. Mm-hmm. Но как только речь идет о постели, то что-то как-то уже... Как бы ты отнеслась, если бы я вот пел такие песни? Нет, отрицательно. Отказалась бы от меня, да? Ну, при чем? Эта сука хочет моих денег. Она хочет не меня, а хочет трахнуть телек. Не нравится тебе такой Егор Крид, да? Нет. То есть ты бы лучше слушала «Моя невеста, ты моя невеста». Да, да. Сейчас будет Моргенштерн. Ой, парень, это парень из Уфы. Папа хочет парпы. Одно слово поняла у него, что он папа делал? Папа хочет. Мальчишки молодцы. Ну, Егор Крид берет своей харизмой. Он Егор Крид, он такой, да? Да. Типа, опа, шокобарокко. Хочет денег, поработать в постели, бэйби. Я кручу дерьмо. Так и что это мы сидим? Сына к директору вызвали. Позорище. Да нормально все. Все, пойдем. Здравствуйте. Леонид Аркадьевич, вызывали? Дай руку сюда. Пойдем. Лото. Ваш маленький Казанова приклеил себе на ботинок зеркало и смотрит девушкам под юбки. Лото, так сядь нормально, выпрямись быстро. Также учителя жаловались, то, что он на уроке со своих колонок слушает песню «Эта сука хочет денег». Ты же ученик. Эта сука хочет пятерки. Пятерки. Вот. Какие пятерки, он крутит дерьмо на так своей постели. Так везде на директора! Леонид Акаевич, спасибо вам большое, что сообщили, как Платон плохо себя ведет. Его все равно не жестко с ним, хорошо? Он все-таки ребенок. Попрощайся с Леонидом Аркадьевичем в последний раз. Всего наилучшего. Угу, всего наилучшего. Мам, по-моему, все нормально прошло, да? Что-то не так? Нормально все, да? У тебя все хорошо, да? Мы с пацанами пришли на батуты, чтобы выполнить челлендж. Мы прыгаем в эту яму с завязанными руками и ногами, и тот, кто последний выбирается, тот проигрывает и выполняет желание. 3, 2, 1, 5! Это нечестно! Нет, почему я опять проигрываю? Блядь, как это тяжело! Ребята, я первый! Давай нахуй, я сюда! Я носок потерял! Но теперь самое сладкое, давайте выполнять желание. Я не готов! О, выходи помириться! Где ты был? Бегал, нет, я двигал вверх! Всем большое спасибо! Мысли уже идет? Да, прямой эфир. Караоке с мамой. Первый трек, который ты будешь исполнять. Big Baby Tape Trap Love. Это что? Это песня. Тебя целует. Говорит, что любит. И ночами обнимает. К сердцу прижимает. Инограмма. Броник цвета хама. Лина на системе хоуми. Это не программа. Я не видел лица. Это пит на крыше. Я! Ведь у меня есть лампа. И им не нужна драма. Вторая песня Джонни Комета. Ты просто подойди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето, ведь ты моя, да, ведь ты моя, да. Сейчас я тебе дам послушать оригинал, чтобы ты сравнила. А теперь... Почти. Подойди ко мне, да. Ну что, я всю эту современную фигню включаю, давай выбери ты песню. Красиво, ты ушла из нее. Можно я? Можно? Я знаю ответ.
Я! Блин, Петрова, ты можешь подвинуться? Ничего не видно, а? Ладно, хоть не на первой парте сижу. Вы меня все за, я хочу на бай. Слышь, у тебя масло подсолнечное есть? Вот я здесь засну и там проснусь, вы меня... О, хорошо, красота. Будешь? Че, в столовку пойдешь? Да не, я сытый. Реакция моей мамы на чарт ВКонтакте. Молодежная музыка вот эта. Между нами выда, между нами пыльба. Между нами пульба, между нами фигня, между нами... Ну ты же подтанцовываешь, тебе нравится. Нет, ну музыка красивая, но... Ну вообще... Ой, да ладно, в школе бы включили на дискотеке, ты бы танцевала точно. Следующая песня. Девчонка хочет хорошо отдыхать, красиво жить. Мам, на припеве парень был. Интересно, да, парень, я не поняла. На припеве был парень? Да. А я поняла, девушка поет красиво. Со своей любовью. Слушала бы ты такое в машине? Ну так можно, на дискотеке. Для души нет. Опа, на дискотеке. Вот опять мат, вот эти матюки, вот эти вот ваши матюки. Ну это же некрасиво. Прижимая, так, молодой человек, а куда это мы собрались? В туалет. А зачем со мной в туалет идти? Вы думаете, я здесь просто так сижу? Буду следить, чтобы вы не списывали. У вас ровно 5 минут. Так, ну 5 минут прошло. Сейчас, никаких сейчас, быстро открывайте дверь. Ну что за безобразие? Так, что мы тут делаем? Так, я все видела. Быстро давайте сюда телефон, иначе я расскажу руководству. Сочинение ЕГЭ-2019. Угу. И вообще, как ты этот телефон через металлоискатель пронес? Да это вообще не мое, он вот здесь лежал. Ну хорошо, тогда я его забираю. Не надо. Так, он же не твой. Ну да, не мой. Ну все, раз не твой, значит я его в ломбард сдам. Не надо. Это мой телефон. Лена Анатольевна, давайте просто забудем про это недоразумение. Можно я хотя бы сочинение на тройку напишу? Хорошо, пиши, но без телефона. Все, пойдем в класс. Ну, я даже в туалет не сходил. Извини меня, конечно, за выражение, но посрешь дома.